И как приятно, когда организовываешь что-либо подобное, и сил не всегда иногда хватает, и на помощь приходит супруга. И вдвойне приятно, когда супруга музыкант и пианист. И я сейчас приглашаю на сцену свою супругу Марину, вместе с которой мы исполним в четыре руки предложение с оркестровой версии сюиты, некоторых частей из сюиты Свиридова «Время, вперёд».
Спасибо.